с футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. И мяч переходит к другой команде. Андреа Белотти. Отличная координация. Как он не упал? Загадка. Отлично пробил как. Сильный удар получился, но точности не хватило от слова совсем. Далеко от створа мяч проходит. Игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке.
С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. И мяч переходит к другой команде. Андреа Белотти. Отличная координация. Как он не упал? Загадка. Отлично пробил как. Сильный удар получился, но точности не хватило от слова совсем. Далеко от створа мяч проходит. Это игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это игру в таком составе. 3-5-2 они сегодня сыграли. Интересно будет посмотреть. Такая тактика очень хорошо себя показывает в атаке. С футбола. Как и обычно, для вас сегодня будут работать. Сейчас состав команды хозяев. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто.